У Семёна был трудный день. Он вернулся домой уставший и голодный. Люба, дочь. Семён Бойко, 42 года. Начальник цеха электромеханического завода. Женат. А почему опять макароны? Я же мясо вчера купил, могла бы суп сварить. Ну, пап, что умею, то и варю. Любовь Бойко, 18 лет, студентка колледжа. Дочь Семёна, не замужем. Сейчас, погоди, сыр натру, вкуснее будет. И так съем, с утра перекусить не успел. А ты, я, мадам, смотрю, как мама уехала, только эти макароны и готовишь. Смотри, он разнесло, как на дрожжах. Не твое дело. Хочу худею, хочу полнее. Дело, конечно, не мое. Да только нынешняя молодежь худеньких любит. Замуж не возьмут. Люб, ты чего? Обиделась? Ну, извини. Пап, я беременна. Ну, дела. Люб, ты давай успокаивайся. А жених кто? Почему в дом не привела, не познакомила? А как же свадьба? Надо маме звонить, чтоб приезжала. Он отказался от тебя? Говори, кто он? Я ему шею намылю. Как же мама? Она там на заработках мыкается. А ты? А я что людям скажу? Немедленно аборт. Поздно уже. Какой срок? 4 месяца. Говори, как его зовут. Я его заставлю жениться, а потом разводитесь. Лучше быть разведенной, чем потом будут шептаться, что в Подоле принесла. Нет! И свадьбы не будет, и имя тебе не скажу. Правду говорят. Маленькие детки, маленькие бедки. Большие детки, большие сюрпризы. Жена узнает, что дочь забеременела без мужа, она мне такое устроит. Вы гнева жены боитесь или того, что у дочки будет ребенок? Жена моя в Москву на подработку уехала. Когда уезжала, сказала, присмотри за дочкой. Молодая, глупая, неопытная. А я не углядел. Теперь она себе жизнь искорежила, и я места не нахожу. Не знаю, как помочь ей. А как вы могли углядеть все? Ходить за дочкой по пятам? Но она же не ребенок. Плохо это, что она без мужа родит. Это же позор. Пусть только Люба скажет, кто он. А я уж надавлю на него, заставлю жениться. Конечно, на отца будущего ребенка вы можете надавить и заставить жениться. Но будет в этом случае ваша дочь счастлива. Вы вообще выяснили у нее, хочет ли она замуж, готова ли она растить одна ребенка? Вот это нужно выяснить. Семёна не убедили слова Бориса Ефимовича. Он решил у подруги дочери узнать, с кем Люба встречалась в последнее время. Значит, говоришь, Любу чаще всего с Игорем видела? А вы не проболтаетесь? Это останется между нами? Конечно, между нами. С Игорем Мухиным из нашей группы. Значит, Игорь Мухин. Все лекции на Любку смотрит, дырку протер. Спасибо, Даш, очень помогла. Если б ты еще номер его телефона дала, тебе б цены не было. А вам зачем? Ты, Дарья, на поставленный вопрос отвечай. Дарья продиктовала номер телефона Игоря. Семён решил немедленно позвонить ему. Алло, Игорь, это папа Любы, Бойко. Надо встретиться. Зачем? Срочно. А что-то с Любой? Все при встрече. Ну, хорошо. А где удобно, я выхожу. Давайте в сквере напротив нашего факультета. Да, я знаю это место. Через 20 минут буду. Встретившись с Игорем, Семён не знал, как начать разговор о женитьбе. Ну, в общем, я все знаю про ваши отношения с Любой. Ты близкий друг. А раз такое случилось, надо в ЗАГС идти.
ЗАГС. Игорь Мухин, 19 лет, студент, не женат. Вы о чем? Игорь, ты, наверное, смущен. Я и сам не знаю, как бы отреагировал. Но ребенок-то будет. Распишитесь с Любой. Мы, как родители, поможем. А нет, разведетесь. Не понял. Как внука делать мне, ты понимаешь. Как в ЗАГС идти, ты не понял. Теперь я начинаю понимать, а Люба беременна? А ты не знал? Что ж такое у вас произошло, что она тебе ничего не сказала? Беременна, 4-й месяц уже. Семен Иванович, это не я. А кто тогда? Все Любины подруги твердят в один голос, что она только с тобой встречалась. Это правда, я люблю Любу, но я не знаю, кто. Ты можешь смущаться, переживать, но дело сделано. Я даже не знаю. Подумай над ситуацией. Разговор с Игорем разочаровал Семена. Он решил поговорить с родителями Игоря. Так что сделал дело, пусть ваш сын женится на Любе. Вы что-то путаете, Семен Иванович. Игорь не мог обидеть девушку. Геннадий Мухин, 41 год, кондитер, отец Игоря, вдовец. Он у меня парень домашний, робкий. Да безответственный он. Любиному ребеночку уже 4 месяца. Так ребенок уже родился? О, боже мой. Да нет, беременная она пока, на 4-м месяце. Но ребенок-то будет. В общем, с Игорем я поговорил. Он признался, что любит Любу. И про малыша тоже признался? Постеснялся. Но подруги Любины говорят, что Игорь все время ее провожает домой и на лекциях только на нее и смотрит. Но это подруги. А дочь ваша что говорит? Игорь отец? Напрямую не говорит, но и не скрывает. В общем, Геннадий Алексеевич, надо решать проблему. Ну, вот так дела. Ну, что решать? Вы позволите, я что-то разволновался. Может, и вы со мной? Такая новость все-таки. Я же везде сам. Вдовец давно уже. Игоря один вырастил. Ну, давай сядем, чем мы стоим. Да, одному не сладко. У нас тоже, когда Люба росла, волнений было предостаточно. Слабенькая была. Все время с матерью в больнице лежала. Но я жене своей пока ничего не говорил. Пусть все успокоится, а то нервничать будет. Ну, давай. За новую жизнь. За новую жизнь. Ты где наклюкался? Все, дочка. Выходишь за Игоря. А при чем тут Игорь? Пап, ты что? Не он отец моего ребенка. А я сказал, выйдешь. С отцом Игоря я познакомился. Семья хорошая. Даже не подумаю. Любаш, Игорь любит тебя. Сам признался. Он готов идти в ЗАГС. Ты-то чего? Молчишь? Значит, согласна. Как там у вас дела, Ген? Поговорил с Игорем? Игорь только в комнату вошел, я ему сразу... Женись, если ты честный человек. Молодец, Ген, уважаю. Любка тоже согласна, так что сговорились. Слушай, ты знаешь, вот... Игорь какой-то странный, задумчивый, все время молчит. Это понятно, непривычно ему. Семен. Мне, ну, неудобно перед тобой, но ты пойми. Ведь силком в ЗАГС не потащишь. Ты, Ген, не дрейфь. Ты с ним сегодня еще поговори, а я завтра потолкую. О, хорошо, что пришел. Семен Иванович, не могу я на Любе жениться. Не любит она меня.
Семен Бойко, жена которого уехала на заработки, узнал, что его дочь Люба беременна. Сроки уже большие, и аборт невозможен. Имя отца своего будущего ребенка Люба не назвала. Семен решил найти виновника беременности и заставить жениться на Любе. Подруга дочери сообщила Семену, что за Любой ухаживает студент Игорь, и дала телефон парня. Семен встретился с Игорем. Тот заявил, что Люба беременна не от него. Тогда Семен все рассказал отцу Игоря, Геннадию, и нашел с ним общий язык. Семен сообщил дочери, что Игорь готов пойти с ней в ЗАГС. Но вскоре Игорь сказал Семену, что не может жениться на Любе, потому что она не любит его. Я сегодня в колледже подходил к ней, хотел поговорить, а она расплакалась и убежала. Давай присядем, поговорим. С Любой я все обсудил. В ЗАГС она пойдет, никуда не денется. Что ты еще хочешь? Не знаю. Не уверен я. Сынок, о чем ты мечтаешь? О машине? Хочешь, я куплю машину? Ну, машина бы никому не помешала. А она точно за меня согласна? Ну, вот и лады. На следующий день Геннадий с сыном пришли к Семену с Любой, чтобы отправиться в ЗАГС. Ну, пока Люба собирается, я вам, уважаемые гости, кое-что покажу. Вот. Моих рук дело. Вот это да. Не хуже магазинного. Я тебя научу такие вещи делать. Не боись, сват, Игорек при мне настоящим мужиком станет. Люба! Ну, чего ждем? Молодые, вперед! Слушай, ты волнуешься? Волнуюсь. Боюсь, молодые опять взбрыкнут. Ну, будем надеяться на лучшее. Если взбрыкнут, я своей устрою. А я тоже со своим по-мужски поговорю. Объясню, что к чему. После подачи заявления в ЗАГС прошла неделя. Семен готовился к свадьбе дочери. Вы с почты? Нам что, телеграмма или заказное письмо? Привет, дядя Сём! Петр Силов, 20 лет, водитель, не женат. Я Петька из деревни! Мои родители – соседи у Любиной бабушки. У Любы ребенок. От меня. А Любы дома нет. А ты чего явился? Да знал бы я, что Любка ребенка ждет, я бы раньше приехал. Но мне только вчера ваша бабушка сказала, что вы ей позвонили, что Любка в положении. Отругала меня. Я сразу к вам. Ну, приветствую родню. Все-таки зять будущий как-никак. А почему ж тебе Любка сама ничего не рассказала про ребеночка? Да не знаю я, женские причуды. В общем, я пока к вам ненадолго. Так что вы не думайте, что я Любку сразу в ЗАГС поведу. Да что ты. А зачем же ты явился, мил человек? Посмотреть, как примете, какие условия предложите. Ну я ж понимаю все. Вам дочь замуж выдавать. Так что накрывайте на стол. Где-то у вас руки-то моют. М? Представляете? Объявился настоящий отец моего внука или внучки. Прямо святая невинность. Условия ему предлагай, а он еще подумает, сводить мою дочку в ЗАГС или нет. Понятно. Вас это возмутило до глубины души. А как бы вы хотели? Уважение младшего к старшему. Пусть Игорь неумеха, но Петр хуже, наглый, невоспитанный. Сегодня вечером уезжает. Вроде надо решение принять. Ну как за такого дочь отдавать? А как Люба Петра встретила? Да не поймешь. То ли рада, то ли нет. Смотрит, молчит. То есть Люба пока еще ничего не решила? Да я еще сам подумаю, стоит ли за него дочь отдавать. А может, вы дадите возможность самой Любе выбрать, за кого ей выходить замуж? С кем ей жить? Ведь что-то разглядела она в этом, как вы говорите, наглом Петре. Разглядела. Теперь эти гляделки не расхлебаешь.
Семен прислушался к словам Бориса Ефимовича и решил узнать Петра получше. Петр, пойди сюда. Чего тебе? Вот смотри, сам смастерил. Неделю потратил. А ты не увлекаешься? Ты уж лучше брак не показывай никому. Вот здесь у тебя косяк. И здесь тоже. Ладно, приеду, привезу инструменты, научу. Было чему учиться у тебя. Ну, разведка твоя окончилась? Так точно. Выводы? Всем я, батя, доволен. Все устраивает. Через 3 дня приеду с вещами. А сейчас на автобус пора. Ну, пойду собираться. После отъезда Петра Семен никак не мог примириться с тем, что скоро жених дочери будет жить с ними. Где ты эту обезьяну Петра откопала? Ты его плохо знаешь. Зато ты его быстро узнала. Вы же сами меня к бабушке каждое лето отправляли. Я в него, когда мне еще 15 лет было, влюбилась. Первый парень, все по нему вздыхали. Он даже не смотрел на меня. Ничего не понимаю. Ты же этим летом в деревне всего 1 неделю была. Я приехала. Он меня как только увидел, целый день вокруг бабушкиного дома ходил. Такая счастливая была. Порхала. Порхала. Пап, у него, как у тебя, руки умелые. Резьбой занимается. А чего ж ты скрывала, что это от него? С другой увидела. Через неделю сразу вещи собрала и к тебе. Что ж теперь делать будем? Пойдешь за него замуж? Не знаю. Простить я его не могу. Несколько дней Семен думал о том, как рассказать Геннадию о произошедшем. Ну, чего позвал? Объявился настоящий отец моего внука. Отец твоего внука? Ну да, Петр из деревни, где мать моя живет. Слушай, а ты зачем к нам приходил? Мы для чего вот этот весь огород нагородили? Ну, я откуда знал? Люба молчала, а про то, что твой Игорь в Любу влюблен, ее подруги сказали. Подруги, подруги. Слушай, ты бы сначала у своей дочурки поинтересовался, кто ее обрюхатил, а потом уже людям голову морочил. Да я и сам не рад этому Петру. Жене еще ничего не позвонил. Не знаю, как все это ей объяснил. У Семена было плохое настроение. Должен был приехать Петр. Люба ушла его встречать. Здоров, бать. Бать, мы тут пока с Любкой шли, подумали и решили, что в большой комнате детская будет. Ну и мы с Любкой там. А ты в маленькую перебирайся. Ты, Петр, события не торопи. Пусть сначала ребенок родится, а там посмотрим, кто куда переберется. Ну я же отец. Должен просчитывать. Чего молчишь? Чего мужа не поддерживаешь? Мужа? Да мы даже заявление не подали. Заявление подать — дело нехитрое. А вот ребенка зачать – это судьба. Правда, батя? Ты меня батей не называй. Рано еще. Да и не нравится мне все это. Мы ж почти родня. Вот именно, почти. Понятно. Притирка. Через час Семен услышал в коридоре какой-то шум. Ну что встала-то? Давай помогай! Не могу, тяжело. А кто комнату для ребенка обустраивать будет? Пушкин! Пшел вон из моего дома! Жених тут нашелся! Ты, бать, не забывай! Я тебе одолжение делаю, что на Любке я женюсь на беременной. А кто сказал, что ребенок от меня? Чем докажете, а? Ах ты, подлец! Ах ты! Пошел вон отсюда, скотина такая! Не надо толкать меня. Сейчас только вещи пойду соберу, а драться я тоже умею. Пошел вон, я сказал! Прости меня. Ничего, Люба. В жизни всякое бывает.
Сами вырастим ребеночка без всяких там мужей. Семен Бойко узнал, что его дочь Люба беременна. Он выяснил, что за ней ухаживает студент Игорь, и пообещал купить ему машину, если тот женится на Любе. Вскоре Игорь и Люба подали заявление в ЗАГС. Неожиданно приехал из деревни Петр, от которого Люба ждала ребенка. Петр сразу же стал вести себя в доме Семена как хозяин. А когда Петр поднял руку на Любу, Семен выгнал его из дома. Прошло 2 недели. Рассказать жене о случившемся Семен все еще не решался. Он заботился о здоровье дочери и старался не думать о слухах и сплетнях вокруг ее положения. Слушай, Семен, а правда, что от вас Петя ушел? Ну, все об этом говорят. Правда? Ну и что? Знаешь, я подумал, решил, сами пацана поднимем. Ничего особенного. Игорь как? Ты знаешь, мне кажется, вся эта история пошла ему на пользу. Ну, он серьезным стал, повзрослел, что ли. Ну и ладно. Хоть кому-то хорошо во время бури. Ну, я пойду. Давай, ну. В тот же вечер к Семену и Любе пришел тот, кого они меньше всего ждали. Здравствуйте. Семен Иванович, мне надо с Любой поговорить. Проходи. Люб, давай на улицу пройдемся. Дай на 10 минут. Прошло 3 часа. Семен волновался за дочь. Ну что, цветешь и пахнешь. Зачем Игорь приходил? Да так, болтали о разном. В кино меня пригласил. Спать пора. День был тяжелым. Ты, Люб, не торопись. Если с Игорем начнет что-нибудь складываться, ты сначала приглядись. А то же он сотворил раз, не подумав. Спокойной ночи. Прошла неделя. Семен надеялся, что дочь прислушалась к его совету, но он ошибался. Это что тут происходит? Семен Иванович, мы с Любой решили пожениться. Ну, заявление подано, распишемся, все как положено. Ты смотри, они решили, поженятся они. Игорь, неужели так хочется машину, что готов жениться? Какую машину? Да нет! Дочка, чтобы он на тебе женился, я пообещал ему подарить машину. Я был в таком состоянии, что готов был пообещать что угодно. Да, сплетни испугался, слухов, и мать твою не хотел расстраивать. Да не нужна мне ваша машина. Как ты мог? Говорил, что любишь. Ненавижу. Не трогай меня. Знать тебя больше не хочу. Да зачем вы так? Она же согласна была, что вы с этой машиной влезли. Я ее люблю. Всерьез люблю, и машина мне ваша не нужна. Что вы натворили? Дочка все время рыдает. Игорь обрывает телефон, а она трубку бросает. Игорь прав. Зачем я влез с этой машиной? А действительно, зачем? Ведь вы прекрасно знали, что ваша дочь узнает про это и выгонит Игоря. Не хочу, чтобы дочка разочаровалась. Хватит, натерпелась уже. Подумаешь, забеременела, с кем не бывает. Мой внук, сами вырастем без мужа. А может быть, пора остановиться и дать возможность Любе самой разобраться в своей жизни? Ребенку уже скоро рожать. В чем еще разбираться? Парень ее любит. Никого, кроме ее, не видит. Выходи замуж. Зачем трубку бросать? Но вы ведь ни разу не узнавали, а к кому сама Люба испытывает чувства. Вы все время думаете только о себе. А что будут говорить о вас, как об отце незамужней беременной девушки? А как я буду смотреть в глаза? Вы авантюру затеяли. Понимаете, заранее зная, что
Через полгода ваша дочь разведется. Но стоит ли мнение окружающих счастья вашей дочери? На следующий день Семен пораньше отпросился с работы. Чего несешься? Пожар, что ли? Да хотел с вашей дочкой поговорить. Она опять меня выгнала. Все из-за вас, с этой машиной. Игорь, ты погоди обвинять. Думаешь, мне легко было считать, что ты женишься на дочке моей из-за машины? Да какая машина? Я же вам говорил. Погоди, остынь. Я верю, что ты любишь. А дочка сомневается. Ты лучше вместо этой беготни свои чувства докажи. После всего случившегося Семен старался как можно больше времени проводить с дочерью. Алло, Семен. Здравствуй, Ген. Беда. Мой Игорь уезжает. Поезд через час. Поезд через час? А куда уезжает? Это, между прочим, ты во всем виноват. Парень сказал, пока на свою машину не заработает, не вернется. Молодец. Да какой молодец? Он же у меня не приспособленный. Надломится. Ну что с ним будет? Опять я во всем виноват. Твой Игорь уезжает. Зарабатывает на машину. Пытается доказать, что любит тебя. Дочь, ты куда? Игорь, надо остановить. Пап, ты так ничего не понял? Люблю я его, хороший он. Дочь, не горячись. Остановим машину, поезд через час. У нас целый вагон времени. Вполне естественно, что родители заботятся о своих детях. Но всегда ли все, что делают родители, продиктовано только заботой? Вот Семен, герой нашей истории, испугался больше не того, что дочь останется одна с ребенком, а испугался мнения окружающих об этом. Ведь если он допустил такое, значит, он плохой отец. Именно это для Семена было самым страшным. И только когда он действительно стал думать и заботиться о Любе, Семен научился уважать решения своей дочери. По сути, именно тогда он и научился любить свою дочь.